Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Джека Плей, и сегодня мы будем смотреть с вами трейлер дополнения нового. Что нас ожидает, пока что неизвестно, но по слухам это старшая школа. Что я жду о дополнении, я уже говорил в своем прошлом видео, поэтому, если вам интересно, то можете посмотреть. Черлидинг, открытые школы, вечера, вот это вот все. Но... как говорится, нужно посмотреть трейлер, который выйдет уже с минуты на минуту, и убедиться в том, что нас ожидает. Я надеюсь, что ситуация повторится, как было с загородной жизнью в прошлом году, когда нам выпустили трейлер, и мы все охренели. Были, конечно, слухи, теории, и как бы много раз как бы предполагалось, что будет загородная жизнь, но когда она будет, неизвестно было. Вот, и нас так прям, знаете, бахнули этим анонсом, и было очень круто. Так что 60 секунд, и мы смотрим трейлер. Так, 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, смотрим трейлер. И что же там? Так, заглушка. Так, что-то связано. О, вот первый кадр. Это у нас вечера. Черлидинг, я видел черлидинг, ребята. Я видел черлидинг, я о нем говорил. Просыпаемся. Да. Все, средняя школа. Ну, старшая школа, да, все правильно. Они открытые школы, ребята, сделали, боже, Слава богу, ситуация не повторилась с этим, с дополнением в университете. Я очень этому рад. Мы сможем присутствовать на занятиях. Так, кубик Рубик. Ну, типа, не понтуйся, типа, заучка, неинтересен. Спортивные секции, смотрите, есть спортивные наряды. Я так понимаю, это какая-то команда. Так... тут у нас есть, типа, всякие кофейни, я так понимаю, новые. Убирает в классе. О, черлидинг! Они сделали целый стадион, ребят, целый стадион. Я так понимаю, будет новый городок еще. Ну и, конечно же, самый красавчик в мире. Ну и мужик на него засматривается. В принципе, логично, это же Sims 4. О, это что у нас? Это у нас, получается, типа, ярмарки какой-то? Фотобудка, фотобудка. Давно, кстати, ее не было в Sims 4. Вот добавят ее. Это круто. Даже с призраком может сфотографироваться. Забавно. Общается по телефону. Новые взаимодействия с телефоном будут, интересно. Так, это какой-то портрет там что-то показывает он. Да, какие-то ярмарки будут, скорее всего. Ой, очень интересная мебель. Мне нравится, что очень много неона различного. Очень много различного неона, это очень круто. Будут социальные сети какие-то, видите? Можно общаться в социальных сетях, что очень круто. И ложимся снова спать. День закончился. И потом опять возвращаемся в школу, я так понимаю. Там можно признаваться в любви, я так понимаю, таким образом, типа с помощью плаката. А, ну, и что? Это типа, знаете, это развитие сюжета, как я вам уже говорил, ну, типа в плане отношений подростковых, то что там всякие новые взаимодействия, это очень круто. В принципе, я попала с многими пунктами, о которых я говорил в прошлом своем видео в пятницах, вот, поэтому, блин, я рад, я очень рад, ребят. Переоделась на выпускной, и что у нас тут? Так, давайте, идем. Можно будет сделать арку из шариков. Очень арка напоминает мне то, что было в Sims 1. Так. Там какие-то социальные сети будут, я так понимаю, подростковые. И он стал королем вечера. А она клоунессой? Или как это? Я не понял немножечко. Ну, выглядит очень интересно. Развитие сюжета. О, можно будет драться подушками, наконец-то. Они добавят эту возможность, которая была уже и в Sims 3, и в Sims 2. Вручение диплома. Не то, что, кстати, в Sims 4 университете. Они прям вручают, то это видишь. Это очень круто. Ну, блин. Ой, за предзаказ вы получите... Кстати, вот эти LED-экраны, они сейчас популярны. Так, давайте посмотрим еще раз. В общем, вам нужно купить дополнение до 8 сентября, и вы получите дополнительный этот контент. Ну, в России, конечно, вы хрен его купите. Так, выходит 28 июля, как, собственно, говорил нам Instant Gaming. Это правда. Кстати, рендер очень красивый, мне нравится. Блин, я жду материала. Давайте посмотрим материалы. Пока я скачиваю материалы, которые посмотреть, там, скриншоты, рендеры, все такое, я хочу вам сказать, что я за кадром фотографировался с телефоном для того, чтобы поставить это на превью. И, блин, я попал, потому что будут, я так понимаю, новые социальные сети. Вот так будет выглядеть русская обложка дополнения. Старшая школа. Тут у нас два персонажа, девушки и два парня, которые стоят возле шкафчиков. Ну, и один там что-то смущается, что-то такое. Ну, блин, прикольно. И, кстати, она же пьет, типа, напиток с тапиоки, или как вот эти шарики популярные. Вроде так это называется. На этом скриншоте, кстати, мы видим, что персонажи... что-то смотрят в интернете.
что-то связанное с игрой. Я так понимаю, это какой-то то ли стриминг будет, то ли какие-то возможности, потому что еще такой, видите, неоновый стол. Блин, очень много неона добавят, это очень круто. Новый, я так понимаю, будет шкаф с одеждой. Ой, какая, кстати, мебель крутая, мне очень сильно нравится. Эти постеры прекрасные, стены красивые. Блин, раскиданная, кстати, одежда, книжки. Очень-очень все красиво, мне очень нравится. И персонаж может сидеть на окне. Вау, новая возможность. Это круто, это круто. Также нам тут разработчики сообщают о том, что вы можете сделать предзаказ дополнения и до 8 сентября получить дополнительные материалы в игру. Если вы это сделаете через знакомых за границей, то вы сможете это получить. А если нет, то, к сожалению, никак в данной ситуации. О, смотрите, на этом кадре мы видим школу. Мы видим новые автоматы будут, новые различные плакаты. Также у нас есть стенд с всякими, знаете, грамотами, всякими статуэтками, чем гордится школа, это классика. Мне очень нравится одежда, в принципе, такая подростковая, школьная, что очень хорошо. И я так понимаю, кстати, у него какая-то сыпь, это будет какая-то болезнь, походу. Надеюсь, это будет нормально реализуемо, не как в игровом наборе родителей, потому что в родителях нужно эти все прыщи накладывать на лицо. Я надеюсь, что это само появляется, было бы очень логично и интересно, тем более у нас есть как бы мод кусочек жизни, который сам накладывает эти все мудлеты и бафы, ну и на лицо вот эти все эффекты, поэтому могли бы уже реализовать. Ну и я так понимаю, над ним пошутили и засунули что-то вонючее в шкафчик. Ну, короче, пакости из дополнения Sims 3, как там, поколение. В общем, они приходят к нам и в Sims 4. Тут нам демонстрируют вечер, я так понимаю, это какой-то будет бал, и персонажи будут нарядные приходить в всяких костюмах и танцевать. Ну и также будет награждение. И я вижу, смотрите, очередной объект из дополнения, то бишь из игрового набора, свадебные истории из каталога, роскошная вечеринка. Очередной предмет. Спасибо, разработчики, спасибо. Ой, какая красивая школа. Кстати, школа построена в стиле Roaring Heights Sims 3. Согласитесь, очень сильно похож стиль. Не знаю насчет того, будет ли у нас новый городок или нет, потому что что-то как-то пока что непонятно. Открытая школа, возможно, будет маленький район. Или знаете, как это было с на работу район Willow Creek. Но выглядит это очень так масштабно, это круто. Я очень сильно рад, что разработчики добавят открытую школу. Потому что в университете это ужасно. И, видимо, они научились на своих ошибках, поняли, в чем они косякнули, и решили все-таки исправиться. И это очень похвально. Мы здесь еще видим, что можно играть, я так понимаю, в регби. Персонаж сидит, что-то там пишет на газоне, черлидинг. В общем, новая, получается, будет статуя. Ну и все, тут у нас, короче, рендеры пошли. Ну, в общем, ребята, вот такое вот мое мнение. Если честно, очень сильно впечатлен. В принципе, все, что я хотел, оно реализовалось. И я надеюсь, что оно будет все работать, без багов, все хорошо, интересно, классно. Но судя по тому, как у нас вышли оборотни, я думаю, что разработчики все-таки не допустят таких жестких багов, как были с игровым набором свадебной истории. Там был просто кромешный ужас. Я уже отключил камеру, уже начал монтажить, и я понял, что я не прочитал описание. Дополнение Sims 4 Старшая Школа — это настоящая подростковая жизнь с оценками, плохими и хорошими, клубами по интересам, попытками стать законодателем мод. Вас ждет выпускной вечер, розыгрыши, эксперименты с внешностью и не только. Внеклассные мероприятия, друзья и враги. Дело у подростков не восторг. Надо ходить на уроки, искать общий язык с учителями и зарабатывать на модном блоге или стримах. Слушайте, я как раз-таки был в этом уверен, что у нас будет новая социальная сеть, это, видимо, что-то связано с модным блогом, и также стримы. Это круто. Хотя у нас стримы были уже в путь к славе, но почему бы и нет. Старшая школа во всех ее проявлениях. Жизнь старшеклассника полна событий. Надо ходить на уроки, знакомиться с учителями, сидеть в столовке, украшать шкафчики, а еще тусоваться с друзьями после школы, чтобы потом было что вспомнить. Ну, видимо, тут, скорее всего, играет роль того, что будут всякие вот эти вот вечеринки, всякие вот эти вот фестивали, которые я вам говорил. В старшей школе все ищут себя. Хватит ли вам смелости позвать своего краша на свидание, краша, вы понимаете? А прогулять школу, чтобы потом не попасться директору. Подростки увлеченно исследуют собственные склонности, и теперь предприимчивым натурам будет где развернуться. Правда, иногда розыгрыши и ночные прогулки влекут за собой нехорошие последствия, так что не палитесь. Это, скорее всего, связано то же самое, что было с дополнением Sims 3 все возрасты, как я вам уже говорил, то есть, скорее всего, мы можем сбегать из окна, там, кстати, в трейлере было, я уже на монтаже это заметил, и вас могут взять, типа, и спалить, и потом
там будет наказание. Блин, надеюсь, они наказание добавят. Потому что в родителях это очень все странно сделано в плане наказания. Я думаю, что здесь что-то будет интересно. Незабываемые моменты школьной жизни. Всех, кто справится с учебой, ждут танцы до упаду на выпускном и торжественном вручении дипломов под аплодисменты родных и близких. А еще в школе находят лучших друзей, ходят на свидания, участвуют во всевозможных внеклассных мероприятиях, выступают в командах и вообще живут непростой, но увлекательной подростковой жизнью. Комната подростка — это его личная берлога, где можно сотворить образы с дизайнерскими вещами и даже стать симфлюенсером. Это, я так понимаю, новая вот эта вот ситуация с блогом. Если образ хорошо залетит и продастся, то можно даже заработать, не выходя из комнаты. Почему бы не посидеть за ноутбуком, не почитать книжку в кровати или не устроить бой подушками? Классное описание, классное дополнение, классная реакция, поэтому ждем с нетерпением. Ну и в комментариях напишите, что вы думаете по поводу увиденного. Мне, в принципе, нравится, я уже сказал, поэтому буду ждать от вас лайка, комментария снизу. Также не забывайте подписываться на мой канал и на мои все социальные сети, и даже можете оформить спонсорскую подписку. Все ссылки найдете в описании. Всем огромное спасибо, что вы были со мной. Увидимся уже в следующих видеороликах. Покедова!